Привет. Мы группа НИМ. Мы группа НИМ. Я вокалистка Лена. А я Женя. Гитарист. Nokia Trends Lab .com.ua решила обратить на нас внимание и снять про нас маленький шатающийся видеосюжет. Мы обещаем играть так же хорошо, и Nokia Trends Lab будет постоянно снимать о нас маленькие шатающиеся видеосюжеты. Недавно узнал новость, что люди начали записываться под водой. Кое-кто, кое-где, на глубине. Изобрел новый способ записи. Нам придется изобрести какой-то еще. В вакууме. Ну, мы изобрели много своих способов на самом деле. У нас столько способов, все звукорежи с ума сходят, они готовы нас убить. У нас очень много способов, о которых они не знают. Это как камасутра для звукорежей. Нас шокирует количество людей, желающих снять нам клип. И шокирует количество людей, которые не умеют делать при этом. Поэтому мы передаем всем привет. Если кто-то реально умеет это делать, welcome. Группа, которая умеет музыку играть на самом-то деле. Мы очень пафосные ребята. О, мы столкнулись друг с другом, лбами. Дело в том, что мы его писали как бы по жизни. Мы писали 2 года. И потом в конце мы столкнулись с рекординговой компанией Moon. Однажды мы столкнулись с нашим альбомом, который стоял на одной полочке с альбомом Depeche Mode новым. Вот это был как. Да, это фигня. Я столкнулся с альбомом там, где стояла Верка Сердючка. То есть вот Дима Билан, ну, короче, это топ, понятно. Это топ топов вообще. Да. Большое спасибо. Мы любим всех, каждого в отдельности, всех вместе. Прощаемся на этом с вами. NIMP специально для Nokia Trends Lab.com.ua.